Неделю назад, даже чуть больше, 10 дней назад, состоялась очередная такая встреча, семерка плюс ведущие развивающиеся страны, где уже не все страны большинства мирового участвовали, которых некоторые отказались от приглашений, но она прошла в полной секретности. Ничего о ней нигде не сообщалось и никаких утечек допущено не было. Договорились еще одну встречу провести в январе, а в феврале аж целый саммит мира, где эту формулу Зеленского будут утверждать.